Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Холодные берега. Возвращение». Премьера второго сезона сериала состоится уже в декабре 2021 года на телеканале «Россия-1». Более точную дату выхода мы сообщим чуть попозже. В прошлом Алине Новинской пришлось переживать немало ужасных событий, связанных с жестоким маньяком по прозвищу «Душитель». Тогда главная героиня прилагала все усилия, дабы разоблачить душегуба и отправить его в места лишения свободы. Прошло время после тех памятных для Алины дней. Женщина смогла более или менее смириться с пережитыми событиями. Она получила второе высшее образование и теперь работает психологом в научно-исследовательском центре. Работу свою Алина любит и ничего не собирается менять. Пока однажды в ее городе не появляется очередной серийный убийца. Маньяк выбирает жертв из ближайшего окружения главной героини. Это заставляет Новинскую вновь вернуться в Следственный комитет. Она приступает к работе, и вскоре ей открывается шокирующая правда о человеке, который принес ей в жизни немало бед и горестей. Напомним, премьера второго сезона сериала ожидается уже в декабре на телеканале «Россия-1». Если вам нравятся сериалы, не ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.